Павлодар съехались полиглоты со всей области, чтобы блеснуть своими знаниями. Молодые люди при Иртыше доказали жюри, что в совершенстве владеют казахским, русским и английским языками. Наш корреспондент пообщался с представителями талантливой молодежи. Также хотелось бы отметить заслуженных деятелей, состоящих в партии Алашота. Ребята с легкостью могут поговорить на любую тему, на любом языке. Среди участников конкурса «Тыль Шибиры» были не только преподаватели казахского и иностранных языков, но и учителя естественно-научного цикла, а также представители других профессий. Я думаю, что знание английского языка, казахского и русского языка при изучении дисциплин таких, да, базовых, школьных, очень хорошо будет отражаться на подрастающем поколении, которые также будут уже интегрировать свои знания сразу на трех языках. Важно отметить, что состязания полиглотов проводятся ежегодно. Жюри замечают положительную динамику. Уровень владения языками среди молодежи растет с каждым разом. Бейбыт Сансызбай, учитель английского языка из Успенского района, уже дважды принял участие в конкурсе. Это все заложилось еще в детстве. Наверное, стоит отметить это способности к языку в первую очередь, не только к английскому, но и к другим языкам. А казахский и русский, я считаю, это уже является обязательным критерием для владения языками. Какие преимущества мне дает трехязычие? Я считаю, в первую очередь, это никаких ограничений, во-первых, в трудоустройстве. При желании можно устроиться на другие специальности, не только педагогические. Среди 13 участников будет определен один победитель, который представит наш регион на республиканском этапе конкурса. Анастасия Ерш, Евгений Олейник, Ертыс Акпарат.